Ну, если брать этапы серии Гран-при, то там с таким результатом они в короткой программе легко занимали второе место. Далее на льду Александр Васильев и Юрий Шевчук. Ученики Артура Дмитриева. Катаются под мюзикл чесс, то есть шахматы. Александра Васильева и Юрий Шевчук в программе, которую им поставили их тренеры Артур Дмитриев и Татьяна Дручинина. У них другая история. Они после короткой программы обычно оказываются где-то невысоко, а затем в произвольной программе поднимаются повыше. Так вот в Минске в том же они были на 8-м месте после короткой программы. Потом поднялись до 4-го, хотя в произвольной даже 3-е место показали. Там им не хватило совсем немного баллов, чтобы подняться еще выше. Но, тем не менее, они в финале Гран-при. Татьяна Дручинина их встречает, Тамара Москвина здесь же. Вот, в отличие от их соперников, выступавших перед ними, у них такая партнерша гораздо
более параллельно ко льду находится, очень эффектно. Оригинальная позиция в поддержке. Вот это вот, которое вы сейчас видите. Выброс тройной сальхов они также чисто сделали. Не удалось им сделать тодос. И что любопытно, уже не в первый раз. У них на этапе в Минске тоже был сорван тодос. Нам руки пожми, Юра. Да, давай. Что-то все вдруг стали целоваться. Как по команде. Оценки 43 балла. Ну, в общем, приближено к тому, что было в Минске. Там было 44-28, здесь получилось еще даже немножко поменьше. Но здесь же был еще сорван.